Маню. Мань. Манюнчик. Ой. Котик, котик. Одел-ка. Ой, Манюнь. Вот так. Ну. Тебе вот так спокойней? С игрушкой? Чего ты заваливаешься все время на бочок? Ты уже большая девочка, ты уже должна держать. Ты не хочешь с бибизянами? Иди ко мне. Иди ко мне. Опа, 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 опа. Опа, опа, опа. С живыми, с хорошими бибизянками не хочешь общаться? Маню. И засыпает. Вот ей, ты видишь, вот как-то с игрушкой. Спокойнее или привычнее. Я тут, я тут. Манюнь, ну, человеческое тепло, это же лучше. А еще лучше, когда обезьянки, когда Люся. А, смотри, я такая смотрит за тобой. Вот. Ну, такая раз, выглядывает. Манюнь. Папа хороший, он добрый, да. Ну. Искусственная обезьянка, ну что это? Это такой суррогат. О, Люсинда там, заменитель человеческого и обезьяньего тепла. Игрушек у нас валом. Но игрушки счастья не дадут. Ой. Аня, Отя. Отя. Смотрит, все оно за Владом. Смотрит. Лянь, класс все равно с тебя не спускает. Маню, ты привыкнешь. Маленько. Ты же не маленькая уже. Должна быть подвижная. Что, там где-то ходит, да? Туда, сюда. Кофе пошел пить, Манюнь. Когда папа идет пить кофе, наши все прям на изжоге. Выглядывает, Владик, выглядывает из-за обезьяны. Где ты? Говорит, да, я странная. Как там песня? Я был игрушкой странной. На-на-на-на-на-на-на. Да? На-на-на, в магазине никто не приходил. Теперь я чебурашка и каждая двойняшка. Ля-ля-ля, сразу лапу подает. Да, Манюнь? Так и ты. Да. Да. Может, Люсю чуть-чуть выпустить?
Давай сюда этот гарем. Они там еще в памперсах все, нет? Да. Уже радуют. Сейчас прибегут. Сейчас толпа. Толпа бежит. Так, первая пошла. Ну, пошла первая. Что? Ты главная, да, ты главная, да. Аля. Второй. Оп, Алюська, кофе шумит. Скажи, папа, ну ты что ж, ты как змей-искуситель, скажи, да? Аля. Скажи, тут кофе, тут Маня. Там Степка, боже, скажи, куда же мне податься? То ли к красивым, то ли к умным. Моя Аля. Девочка, моя. Аля, иди сюда. Скажи, кофе некогда выпить с этими малышами. Не зови, ты видишь, она... Скажи, не зови меня, папа, скажи, не зови. Вон у тебя Степка есть. Все. Скажи, иди лучше ты к нам. Да? Аля. Люся. Люся, смотри, твой кофе. Люся. Кофе тянут. Оба, вторая встала. Люся. Шо, фейс не залазит, да? Аля. Вот на части. Люся, да я тут с Маней. Тут. Маня. Да, вон Маня, вон Маня. Сделаем цикорий там. Люся, да вот Маня. Ой, куда от вашей любви, скажи, этой бедной Мане деться? Люся. Люся, Маня под моей защитой, да. Руку мою там убирает, и чтоб самой ее обнимать. Ну. Что, досмотры, да? Ну давай, ну обе. Ой, а там кофе. Ох, все, папа порвал сердце на Красный Крест. Все. Скажи, тут я, скажи, не могу. Даже никакие Мани. Когда? Люся. Ой, какие. Этого держит, боже. Этому там накапало, он слизывает. Что делает? Люся. Ну только не рукой. Вадя. Люся, Аля, да Аля. Тут Аля, Маня твоя. Аля. А тот за ногу. Там кофе, Люся, там кофе. Аля. Ой, Люся, да я ж просто взяла, хотела к вам подойти. Что? Аля. Не знает. Так, там Степка. Люся! Я вас двоих не подниму. Так, Степа, смотри, что делается. Ты сюда, скажи, отойди, скажи. Вадя, посмотри на покрывало. Здрасте. Да. Грубый век. Грубые нравы. Люся, фейс слишком уже широкий. Вадя, не надо ему давать. Там чуть-чуть совсем цикория. Лучше молочка, он же молочко пьет. Вот. Степа. Аля. Оп, чего? Ты не любишь, когда я тебя Аля называю, да? Ты Люся? Все, пошел вытер. Тоже все. Аля, убирай. Не дали мне посадку. И тебе нет, иди пей. Этот отдавай, иди пей. Аля. Люся. Иди ко мне, Люся. Люся, не на голову мне, пожалуйста. Все.
Привет.